Американ, не секрет, что все интервью с такими звездами, как ты, обычно начинаются вопросами о том, как ты попал в гейм-индустрию. Но нас также интересуют твои детали прошлого. Может быть, пару слов о том, как где ты учился, как прошло твое детство. Ну, я думаю, что говорить подробно о том, как я попал в гейм-индустрию, не имеет ни малейшего смысла. Я действительно всегда рассказываю об этом в каждом своем интервью. Скажу коротко, я познакомился с небезызвестным вам, я уверен, Джоном Кармаком, который уже основал компанию id Software. Именно в этой компании я и начал свой путь в игровой индустрии. Но сначала я, правда, работал в отделе технической поддержки. Что же касается моего детства, то я, наверное, употреблю такое слово, как «уникальное». Да, действительно, мое детство было уникальным. Необычно, но факт остается фактом. Я, собственно, нигде не учился. Я пришел в игровой бизнес, когда мне было всего лишь 20 лет. Скажу по секрету, я даже не закончил высшую школу. Вот так вот. В 1994 году на Moby Games ты впервые появляешься в кредитах к игре Wolfenstein 3D. То есть можно сказать, что ты проработал в гейм-индустрии уже свыше 10 лет. Ты успел поработать в таких компаниях, как Eidos Interactive, id Software, Electronic Arts. Что ты можешь сказать об этих компаниях? В какой из них тебе было интереснее всего работать? Честно говоря, нужно отметить, что работа в компании и появление в кредитах — это несколько разные вещи. Так что я могу с полной уверенностью сказать, что работал на полную мощность я только в двух компаниях — id Software и Electronic Arts. А кредиты всего лишь показывают, что я принимал какое-то непосредственное участие именно в самом проекте, например, в качестве консультанта. И что же касается того, какая компания мне была больше всего по душе, тут трудно сказать что-то однозначное, ведь id и Electronic Arts — это очень разные компании по своей сути. Например, id Software поначалу насчитывали всего лишь 9 человек, которые занимались разработкой видеоигр, хотя, по идее, в такой компании должно работать как минимум 30 человек. Что же касается Electronic Arts, то не секрет, что это одна из крупнейших компаний по разработке и изданию компьютерных игр. И разница была во всем, в количестве людей, работающих над проектами, даже в менталитете и в процессе разработки проекта. Все было разным, но, работая в этих двух компаниях, я получил огромное количество необходимого мне опыта. Ведь я проработал как в небольшой команде разработчиков, так и в большом коллективе компании-издателя. Именно знания, полученные в процессе работы на эти две компании, помогли мне в открытии своей собственной студии, которая начала заниматься производством видеоигр. И все-таки, American, если бы у тебя появился такой шанс вернуться в прошлое, какую бы из этих компаний ты снова выбрал? Ого, вот это вопрос. Честно говоря, даже не знаю. На самом деле, прошлое — это интересно, и в своих воспоминаниях мы часто в него возвращаемся, вспоминаем какие-то приятные моменты, какие-то негативные случаи, но прошлое есть прошлое. И когда я заканчивал работать в этих двух компаниях, я мог с уверенностью сказать, что я сделал все, что мог сделать для них. Я был в некотором смысле опустошен, и все мои мысли были уже вне стен офисов этих компаний.
Но я люблю те периоды моей жизни. Работа в id Software вообще была похожа на пребывание в Диснейленде. Я даже домой не хотела уходить в те времена. В Electronic Arts было то же самое, но только на немного другом уровне. Но возвращаться... Нет, что было, то было. Расскажи, пожалуйста, историю твоего знакомства с Тревом Ченом. И было бы интересно узнать, как ты попал в Enlight Software. Впервые я встретился с ним в Гонконге, и на самом деле мы немного общались посредством писем еще до этого. У нас было несколько общих знакомых, но мы никогда не общались лично. А тот раз мы случайно встретились на отдыхе. Именно там мы говорили о возможном совместном бизнесе. Однако прошло целых 2 года, прежде чем наши планы смогли осуществиться. Те игры, которые делает Чен, тебе они нравятся? То есть их стиль подходит тебе? Ну, скажем так, игры, над которыми мы работали вместе, и игры, которые они делали до этого, отличаются друг от друга. И вот тут действительно можно говорить о стилях этих игр. Это абсолютно разные стили. И в данный момент мы делаем совместную одну игру, и я могу с уверенностью сказать, что она будет уникальной. Мы вкладываем все силы, все свои идеи в наши игры. Мы хотим создавать действительно что-то новое, то, чему даже трудно найти определение. Наши игры вне жанровых определений. Что же касается моей любви или нелюбви к его играм, то если бы мне не нравилось с ним сотрудничать, я бы, наверное, с ним и не работал. Вот такие игры, как Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Dominion, Timeline, Alice и твоя последняя игра Scrapman, они достаточно мрачные и напряженные. Почему это так? То есть ты такой человек в жизни? Ну, я бы поспорил с тем, что Scrapman — мрачная и грустная игра. Для меня она красочная, яркая, светлая и даже счастливая. Что касается Doom и Quake, то это игры, созданные коллективным разумом id Software. И надо отметить, что в тот период все, что было хоть как-то связано с этой компанией, было действительно мрачным, даже сатанинским. Музыка, которую они слушали, тоже была достаточно грустной, в некотором роде демонической. Поэтому эти игры такими и получились. С этим я соглашусь. Это был их стиль. И когда я ушел от них, то я постарался отойти от их стиля, конечно же. Можно даже сказать, что я несколько устал от мрачности. Уже в Electronic Arts я работал совсем над другими проектами, которые никак нельзя назвать темными, грустными и так далее. Соглашусь с тем, что в Алисе тоже было достаточно темных красок, но стоит отметить, что сама игра — это история светлого, доброго и яркого персонажа, который борется как раз с темными и мрачными демонами, своими внутренними демонами. И, на мой взгляд, именно из-за этой контрастности, из-за присутствия белого и черного, игра получилась такой успешной. Без темных красок она могла бы показаться пресной и неинтересной. А если говорить обо мне, как о личности, то я с уверенностью заявляю, что я счастливый, добрый, позитивный человек. Такой вопрос. Ты играл в Doom 3? Стыдно признаться, но я играл только в демо-версию этой игры. Одно могу сказать с уверенностью. То, что я увидел в демо-версии, меня действительно впечатлило. Американ, ответь нам честно и откровенно. Что нужно было употреблять, чтобы после прочтения книги Льюиса Кэрролла создать такую игру? Конечно же, я имею в виду American Magi's Alice. Хо-хо, какой каверзный вопрос. Не боитесь услышать ответ? Ну, на самом деле, я просто прочитал книгу. Я даже не смотрел ни одной экранизации этого замечательного произведения. И сразу после прочтения в голове родилось огромное количество идей, которые просто требовали, чтобы их немедленно воплотили. У меня было порядка 23 предыстории и 23 окончаний истории. И я очень долго работал с исходным материалом, ожидая того момента, когда в голову придет что-то действительно стоящее. Прошло достаточное количество времени, пока не родилась окончательная концепция именно игры. Но мне довольно сложно сказать, что же такого происходило в моей жизни в тот момент, что повлияло на создание такого проекта. Но иногда я даже ассоциирую себя с главным персонажем. А иногда возникало ощущение, что всю историю придумал не я сам, а мне ее рассказал какой-то голос извне. Да, даже такое было. А что же касается препаратов, то я могу сказать, что сама книга и была препаратом. Всем советую прочитать. Like I said, the story's already there and I've just got to blow the dust off of it.
American известен такой факт, что на одной из выставок Стивен Спилберг, который до этого поиграл в American Magi с Элис, сказал, что это лучшая интерпретация книги Льюиса Кэрролла. Что ты сам думаешь по этому поводу? Да, был такой случай, и мне было очень приятно. Однако я не могу сказать, что вот мое видение Алисы самое правильное, самое реалистичное. Нет. Хотя бы потому, что каждое событие каждый человек интерпретирует по-разному, так как чувствует именно он. Вот даже то, что происходит сейчас, я имею в виду наше интервью. Каждый из сидящих тут может интерпретировать по-своему. Этого не избежать. И говорить о реалистичности и правильности бессмысленно. Мы можем говорить только об успешности того или иного видения. В этом ключе могу сказать с уверенностью, что моя игра была успешной. Люди ассоциировали себя с главным персонажем, их захватывали события, которые происходили в игре. Вот именно это и означает успех. Ведь даже за просмотром фильма вы или представляете себя на месте главного героя, или нет. В этом-то и вся соль. Американ, на твой взгляд, какой должна быть идеальная игра? Вот что должно ее отличать от всех остальных игр? Ух, сложный вопрос, но у меня есть свой ответ. Для меня самое главное в играх — это сюжет. Я сам очень люблю рассказывать интересные истории, и то же самое я стараюсь сделать и в играх. Я считаю, что в игре должны быть задействованы какие-то глобальные проблемы, которые, по сути, понятны игроку. Я, например, не понимаю таких геймдизайнеров, которые, создавая игру, уже заранее дают понять игроку, что игру пройти будет очень сложно, а быть может и совсем невозможно. Я не считаю, что это правильный подход. Так что для меня идеальной игрой будет та, в которой будет максимально интересный сюжет, заставляющий игрока играть больше и больше, с удовольствием и без трудностей. I think that right now a lot of games are made with the game designer having the mentality of I dare you to get past this, or I, you know, you'll never finish my game, and that's really counter to the way that entertainment is generally produced, where you're trying to invite someone in. Well, was it interesting for you? Пару слов о твоей последней игре Scrapland. Эта игра в твоем вкусе? Тебе было интересно работать продюсером этого проекта, и планируешь ли ты дальнейшее сотрудничество с этой компанией? Да, работать с этими ребятами было действительно интересно, и мое видение проекта почти полностью совпадало с видением ребят. У нас практически не было разногласий касательно сюжета, концепции, дизайна и так далее. И я считаю, что это очень, если так можно выразиться, артистичная команда. Команда, которая полна свежих мыслей, команда, которая смотрит только вперед. Их главная задача — создавать действительно продукты развлечения. Их мышление индивидуально, их игровая механика совершенно другого толка. В течение всей нашей совместной работы было много приятных и запоминающихся моментов. Меня радовало наше сотрудничество, и я надеюсь, что в будущем мы будем сотрудничать тоже. Кто знает, может, через пару месяцев мы вдруг и заявим о разработке нового совместного проекта. Существует мнение, что Scrapland идейно похож на мультсериал Футурама. Что ты думаешь по этому поводу? Да, такое сравнение существует. Я также слышал, что Scrapland сравнивали, например, с Grand Theft Auto. Действительно, игровая механика очень похожа. Плюс ко всему, тут мы снова возвращаемся к универсальному сюжету, к миру, который узнаваемый, так называемый мир Константа. И для меня является честью, что мой проект сравнивают с такими шедеврами. Я довольна. Американ, а ты играешь в консольные игры? Можешь ли назвать парочку своих самых любимых? Ну, как я уже говорил, сейчас у меня нет достаточно времени, чтобы играть в какие-либо игры. Я играю очень редко, но могу выделить одну игру, в которую раньше был просто влюблен и готов был играть снова и снова. Это была небезызвестная GTA 3. А сейчас мы иногда играем с друзьями, когда собираемся вместе. Но за новыми играми я уже не успеваю следить. На наш взгляд, Alice и Scrapland — это нечто среднее между
кинофильмом и игрой. Как ты считаешь, в принципе, может ли чему-то научиться у игровой индустрии, киноиндустрии и наоборот? Ну, на самом деле, я надеюсь, что так и будет. Наша компания как раз старается соединить эти две индустрии развлечений. И вот почему мы сейчас так активно работаем с Голливудом. Мы просто хотим, чтобы две индустрии объединились в одну, чтобы не было борьбы за авторские права, чтобы концепции разрабатывались сообща, и чтобы на выходе получался качественно комбинированный продукт. Плюс я считаю, что гейм-индустрия может многому научиться у киноиндустрии, продюсирование и написание сценариев, например, для игр. И я думаю, что в будущем соединение все-таки произойдет. Американ, назови, пожалуйста, 5 самых оригинальных и самых увлекательных игр, которые тебе когда-либо приходилось играть. Ну, в первую очередь, я бы отметил оригинальный Red Racer на PlayStation 1. Мы играли как сумасшедшие тогда, в то время. Ну и, наверное, отмечу такую классику, как оригинальный Command and Conquer, Warcraft, Doom, Quake. Да, даже Doom и Quake, несмотря на то, что я же их и делал. Мы все равно в то время с ребятами постоянно играли в них. А из недавних творений мне понравилась Call of Duty. Но для меня очень сложно выделить несколько наиболее лучших. Вот сейчас именно. Ты играл в игры, сделанные на территории бывшего Советского Союза? Вот что ты можешь о них сказать? Честно говоря, сейчас я могу вспомнить только одну игру, это Silent Storm. Мне понравилось. Но на самом деле для меня абсолютно не важно, где сделали игру. Ее происхождение не важно для меня. Самое главное, чтобы проект был интересным. Так что я даже не обращаю внимания на такие вещи, как родина игры. Американ, это был первый твой визит в Россию. Что ты можешь сказать о нашей стране, что тебя впечатлило? Да, я впервые в вашей стране. Мне понравились многие достопримечательности, мне понравились ваши сумасшедшие эмоциональные люди. Я даже побывал в метро, и там мне тоже понравилось. Но у вас очень много курящих людей, а меня сигаретный дым просто убивает. И самое главное, мы так надеялись увидеть тут снег, а его не оказалось. Но все равно впечатления остались самые хорошие. Нам понравилось. Надо будет еще как-нибудь к вам заехать.